Вот это ощущение того, что я не хочу чувствовать, что есть вот какая-то во мне несвобода. И вот это ощущение того, что ты действительно освобождаешься для счастливой жизни, а не прячешь для себя где-то что-то, что там как бы, ну да, но мы спрячем. Да? А вот такая, да, такая внутренняя широта, где тебя страхи, твои какие-то комплексы, какие-то твои еще что-то, когда они тебя не ограничивают, вот это и есть, может быть, счастье. Да? Не такое, оно может быть, и можешь расстраиваться, может где-то быть неудача, где-то еще что-то. Но ощущение того, что ты целостный, что ты способный, да? Что ты не струсил и пошел навстречу своим демонам, победил эти демоны. Вот оно счастье.